Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко, и... Ну, наверное, Святослав Игоревич. Да, и Святослав Игоревич, и мы продолжаем обзор Windows 10, что нового в нем появилось, какие новые фичи появились, какие новые возможности. И сейчас я расскажу про самую ожидаемую возможность с точки зрения игр у Windows 10. Ее очень ждет Святослав Игоревич. Расскажи, почему? Да, конечно. Я же не могу днем играть, потому что жарко. Меня папа мучает каждый день. И заставляет по ночам. Угу. Что мучает? Как я тебя днем мучаю? Что, я солнце включаю? Да, солнце включаешь. Сходит на востоке и заходит на западе. Это известный факт. Я тут ни при чем. Я пока еще не бог. Вот, поэтому не я виноват. Можешь там пойти помолиться там богам разным, чтобы жертвоприношение принести и так далее, чтобы солнце зашло и пошел дождь. А теперь я смогу днем на своем ноутбуке играть, когда 29 числа мне дадут винду 10, надеюсь. Бесплатно, кстати. Бесплатно. Потому что папа что? Папа молодец. Папа тебе бесплатную, не бесплатную, а лицензионную винду поставил бесплатно. Сына ничего не потребовал. Да. Это твой ноутбук был. Да. Так вот, в действительности Святослав прав. Эта новая фича называется очень просто. Эта фича называется утилита Xbox версии, как вы видите, 7.7.17.003. Фича этой утилиты состоит в очень простом вещи. В ней реализован стриминг Xbox-овских игрушек. Это значит, что если у вас есть Xbox One, да? Да, наверное. И на нем есть игрушки. Не все, правда, игрушки, но многие игрушки. Вы можете подключиться со своего компьютера с Windows 10 при помощи утилиты Xbox на ПК, да, подключиться и запускать там игрушки, а картинка, заметьте, картинка будет показываться на ПК. Мы специально взяли мой старенький мощный компьютер, чтобы ничего не лагало, чтобы убедиться во всем, что все хорошо работает, но мы еще погоняем потом, посмотрите, кто не видел обзора, его еще нет на канале, вот такой вот MeGoPad, это микрокомпьютер, а вот такого размера, подключающийся прямо в HDMI. Мы также погоняем его на обзоре, смотрите, опять же, в описании, в аннотациях к видео, вот такого микрокомпьютера, или микродесктопа, или мини-десктопа iKnow. Но это все будет позже. Основная фишка состоит в том, что... да, планшеты тоже. Где мой планшет? Вот он. Планшеты тоже гоняются. Вот планшет. Его обзор вы, я думаю, тоже видели. Это Cube iWork 8. Как на него стало 10, отлично, вы тоже сможете посмотреть. Все, как вы видите, быстренько и шустренько работает. Мы погоняем и на этих девайсах, но сейчас как бы на мощном, чтобы никаких вопросов не было. Еще один момент, кто сейчас попробует это сделать, какой их ожидает облом, Святослав Игоревич? Какой облом? Что, джойстик? Конечно! Помните, я купил себе джойстик для ПК? Все говорили, нахрена тебе джойстик для ПК? А я что? А ты молодец. А я знал. Вот теперь у меня есть Xbox-овский джойстик для ПК, который подключается к компьютеру. И при помощи этого джойстика мы сможем играть на Xbox One. Вот таким вот образом мы подключили, слышали, вот загорелась лампочка, теперь все будет у нас хорошо. Не расстраивайтесь, если у вас есть Xbox 360, вы можете использовать и джойстик от Xbox 360, вам всего лишь нужен вот такой вот шнурок, который с другой стороны USB. А для Xbox One, если у вас уже есть Xbox One, подойдет и обычный джойстик. Ну, а теперь самое главное, да, в утилите, как я уже говорил, с номером 7.7.17 что-то там, вы подключаетесь к консоли Xbox One, обратите внимание на великую кнопочку. Включить. Да, Святослав, сидишь ты такой в темноте. Знаете, что он на самом деле ночью не хочет играть? Он просто играет в Dying Light. Да ну нафиг, потом приснится какой-нибудь там пацан, который тебя взрывает, бомбер. Бомбер, а я думал, по другому поводу боишься. Так вот, теперь можно, сидя за ПК, включить свой компьютер. Вот давайте вот мы сейчас так прикроем. И вот видите, Xbox. А мы здесь начнем кнопочку «включить».
и смотрим, что происходит с Xbox. Вот сюда смотрите. Видите, лампочка загорелась. Капец. Загорелась лампочка, и мы можем уже вот подключенный Xbox увидеть, что воспроизводится Dying Light. А где пульт от телевизора, Святослав Игоревич? А мы сейчас подключим пульт от телевизора. Вернее, подключим телевизор, включим. Уже на первом. Уже на первом? Ты уже поигрался, да? Пока папа запрещает играть, ребенок все равно играет. А давайте глянем, как это все выглядит. Вот он, Dying Light, видите, запущен. А теперь внимание, да, то есть, как бы, чтобы вам не было, как бы, либо вы поверили, мы джойстик передаем Святославу. И, нет, не передаем, подожди. И начнем с первого. Перед тем, как пройти, собственно говоря, операцию, вы должны выполнить, начать проверку. Начать проверку протестирует производительность вашей сети. На Xbox появится иконка, смотрите, iWalker 2000 Start Streaming, видели? А здесь мы увидим, что канал начал качать со страшной силой скорость. То есть он сейчас проверит на 5 мегабит в секунду, потом перейдет на 7 мегабит в секунду, потом на 12 и так далее, выбирая характеристики. Для того, чтобы это получилось у нас, собственно говоря, поэтому мы и выбрали вот этот десктоп. У него хорошие скоростные характеристики сети. Увы, у меня старые роутеры. Я хотел купить новые роутеры в компании «Розетка Украина», но «Розетка Украина» отказалась принимать мои словацкие кредитные карточки. Ну, вот такие вот особенности ведения бизнеса в Украине. А в Украине, в Словакии... А что я не купил в Словакии этот роутер? А, у меня была... Короче, было. Потому что в Словакии дорого? Не, не того, чтобы дорого. Просто у меня были лишние деньги на тот момент. А вот... И увидел хороший роутер, он был в наличии. Ну, в общем, я с плохим роутером, который не поддерживает ни 5 ГГц, ни нормальных скоростей, мучаюсь сейчас. Ну, вот мы видим, как оно шарашит на 11. Вот уже перешло на 15 мегабит в секунду. По-моему, оно должно дойти до 30 мегабит в секунду на получение. То есть, собственно говоря, фактически это просто экран Xbox. А пока оно, кстати, делает это, я вот что подумал-то. В самом Xbox вы должны убедиться в том, что... Ты прекратил. А, я уже прекратил, да. Что у вас включена фича стриминга. Сейчас я его покажу, эту фичу стриминга, прямо с ПК-шки. Вот вы видите, что у нас все хорошо, что все тесты прошли успешно, низкое, среднее, высокое разрешение. Все супер. Кстати, обзор режима записи при помощи утилиты Xbox, того, что, как вы играете и что вы играете, есть у меня уже. Опять же, смотрите в описании и в аннотации. А теперь мы включаем выполнить потоковую передачу. Напомню, что для этого требуется джойстик Xbox. И что мы видим на экране? На экране мы видим что, Святослав? Что джойстик двигается. Указатель. Да. При этом, если вы посмотрите с экрана вот сюда, вы увидите точно то же самое, что и у нас в десктопе. А мы сейчас выберем сеттинги. Я хотел просто показать. Смотрите, вам нужно зайти вот в Preferences. Преференции есть. И вот тут вот, после последнего обновления Xbox One, прошивочки появилась опция Allow to play streaming. Allow play to streaming. Play to, да. Play to. Play to. Play to. Play to streaming. Streaming. Dying Light. Да. Das ist fantastisch. Я на тюрлях. Come on, my baby. Итак, теперь нам остается только одно. Что одно остается? Игры смотреть. Да, погонять игрушки. Запустим, давайте, Dying Light. А to continue. О, переконнектился само. Кстати, если вы при этом кто-то добрый, типа папы или сынка, начнет играть на этом самом, на основном джойстике, то вы... что вы? Потеряем connection, да, и не сможете играть. Поэтому так не делайте. А теперь, смотрите, мы выключим телевизор,
чтобы вам не создавалось двойной эффект. Где мой пультик? А звук-то идет на ПК-шке. Какая прелесть. Святослав, покажи класс. Вон туда смотри. Как вы видите, ну... Микрофон здесь похоже будет. Так, не ругайся. Чатик у нас на четверть по папе поляк. Да точно. Ну что, нормально все, динамично, правда, по графе хуже будет. Что, хуже будет? Да. Но согласись, то, что ты можешь, не мешая папе, не создавая, так сказать, угрозу телевизору, что он там перегреется, сгорит при температуре. У нас тут до 42 в тени доходит сейчас. И даже наша... Как это по-русски? Тула для охлаждения воздуха, о которой мы говорим, посмотрите опять же в описании, не работает, не позволяет нам сделать прохладно, но, как вы видите, Святослава теперь есть выход. Теперь ты хочешь перейти на десятку? Конечно. Посядь, что ты там папой стал. Тут не видно ничего отсвечивать. А так ты подвинь... А, не надо двигать экран, потому что туда настроена камера. Слушай, перейди в другую игру. О, убей его, убей. Ну как, динамика есть? Нормально? Да, есть. Так, а, я знаю, в чем графика. Сейчас я их взорву быстро. Взорви их быстро. Я знаю, в чем проблема с графикой. Ну? А, проблема с графикой у них очень простая. А, тут же у экрана разрешение 1633 на 720. Поэтому ты не привык. А ты там играешь в Full HD. Сейчас я их... А что это у тебя за игрушка такая? Ну, вот видишь, зомби ходит, ты берешь, там кидаешь... Аэрстрайк, он берет их из рук. А покажи какой-нибудь красивый процесс убива. Не, ну это было вообще жестоко, я считаю. А у тебя есть какое-нибудь более гуманное оружие там? Сразу, чтобы разрывало их на части. А то у тебя какие-то мечи... Ой, ты ему голову отстрелил. Ну да. А их же грабить Рации еще можно. А, ногой, да? Ногой, да, молодец. Еще такое звуковое сопровождение, конечно. По-моему, ты ему в голову промахнулся. Я ему руки отрывал. Добрый. Ну ладно, давай следующий. Ну давай следующий. Я грабил. Угу. Покажи нам класс. Давай следующий. Нажимаем, чтобы вы понимали, Святослав пользуется джойстиком. Ты хотя бы покажи динамику. Вот сюда джойстик поднеси, ты ж можешь? Да. Вот так. Нет, так ты и нажимай. Ну я вижу. Выше. Вот так. Не видят другие люди. Ну кого? Все нормально, синхронизируется отлично. Ну запусти Call of Duty или что там. А, ну, пиратов, да. Давай, покажи еще раз. Кстати, обзор пиратов тоже есть на канале. Святослав Игоревич отличный снял обзор по просьбам многочисленных телерадио и видеослушателей про пиратов. Я его еще не публиковал, но я, пожалуй, вместе с этим обзором дам линк на тот обзор, еще не опубликован. Ты ж не против? Убей их всех. Покажи пару красивых финтов ушами. Я же уже показывал. Не, ну теперь еще раз покажи. Там вот мне нравится, как ты делаешь там захватить, потом за голову и в затылок пистолетом. В ухо. Опять же, как вы видите, пираты стартуют. Покажи джойстиком. Держи вот как-то. Давай вот я, знаешь, как сделаю? Ниже. Чуть-чуть ниже. Еще ниже. Вот так. Во, еще. О, вот еще чуть-чуть. О, вот так вот нормально. А, нет, не видно, вот так. И вот мне так играть? Да, тебе так играть, прикинь. А что ты думал? Дай а хочешь присядь? Смотри в маленькое окошко. Кому сейчас легко? Ты спроси у людей, у которых нет Xbox One, хорошо ли им играется на старых компьютерах? Отлично, прям как мне. Тебе. Видишь, а у тебя есть Xbox One. Он загружается. Да, но он же загружается не на ПК-шку, это просто заставка. Ты все равно, что ж, бегать сейчас можешь по этой пустоте? Прыгать, стрелять. Нет, прыгать не могу, и стрелять не могу, и бить не могу, просто бегать. Ну покажи динамику, подвигай. О, давай. Как здесь с реакцией? Ну, мгновенно. Ой, что это такое? Что? По таковой передаче что-то. Где потоковая передача написала? Так, слушай, блокируй. Это ты какую-то кнопку нажимаешь? Конечно, нажимаю. Не, я ну... О, вот это, да, мне вот это нравилось всегда. А, след... а вот еще пришли, ну убей его. Ой. Ну давай последнего и пошли. А что он негров, блин? Он? Так ты его вообще заколол как-то абсолютно. Вон там чувак бежит к тебе. Ну давай его.
Так а в голову захватив труп. Ты понимаешь, что, похоже, ничего видно не было? Динамика. Ну, динамика, все динамично, все отлично. То есть ты не чувствуешь проблем с игрой? Да. Кстати, хочу тебе сказать, что на папином старом ноуте... Ой, вот это мне всегда нравилось в Ассасине. Угу. Полный обзор вот этих всех трюков, попрыгать, может, ты покажешь там с высоты обработку города. Не, не можешь, слабак? Каши мало ел. С баклажаном. Ну залезь там хотя бы на лестнице, покажи нам город. Джунгля, давай, я уже не буду тебя мучать, можешь играть как обычно. Слава богу. Ну вот так вот, нормально прорисовано. Графика, конечно, похуже будет, чем на Xbox, но... Ну так тут же экран немного другой. Ну экран, да. Ну а ты оценил вообще кайф? Тебе будет нормально играть? Или ты хочешь сказать, чтобы я выключил эту фичу в Xbox? Нормальная фича. Так что, ждем 29-го? Теперь ты понимаешь, зачем тебе нужно установить Windows 10? Да. А как ты ее установишь? Бесплатно. А почему бесплатно? Ну там же амнистия, или как она там называется? Обновление амнистии. Ну или амнистия для всех пиратов. Каких всех пиратов? Такого не будет. Это у всех, у кого есть настоящий лицушник. Я думал пиратам. Нет, пиратам амнистии не будет. Видишь, вот как к тебе сейчас пришли, вот так и с другими пиратами будет. Ну ты еще отбиваешься? Вот это красивый был брош. Ну покажи еще какую-то игру, ну, чтобы нам поверили уже. И давай тогда лучшую игру всех времен и народов, где Soul Man Me Get. Не, не надо. Она, кстати, тупит на Soul. Покажи Call of Duty. Ну давай, Call of Duty. Сейчас Святослав Игоревич чуть-чуть быстренько пройдется по Call of Duty. Вот я могу тебе вот так экран развернуть. Он сейчас смотрит, чтобы вы понимали, если он будет лагать, нам и не важно, да, в смысле тупить, в смысле промахиваться. Он смотрит в маленький экранчик видеокамеры и играет на нем. Так классно, когда играешь на Xbox, он передает на компьютер, который снимает камера, и ты играешь на экранчике камеры. Ты чувствуешь, до чего технологии дошли? А в твоем возрасте папа, если что и мог передавать данные, так со скоростью 600 бот в секунду. Ты знаешь, что такое 600 бот в секунду? Нет. Не знаю. Бот в секунду это... вернее, 600 бот, это и есть бот в секунду. То есть один бит. Бит в секунду. Это меньше 100 байт в секунду. А у вас там, понимаешь, 10 мегабит медленно. Ну? Короче, кого-то найти там надо. И кого надо? Он так пулемет. Самолет. Сейчас нас тут расстреливают. А тут не отбили? Не могу. А, его сейчас подорвали. А, ты сейчас же тебя сбросит вниз. Да, давай. Ты тут эти гранаты по своим кидаешь. Вызывай поддержку. Давай, давай, давай. Давай. По всем точкам. Давай, давай. О, как ты хорошо прошелся под этим самым. Как это? Ополченцам. Это ополченцы, видишь, высаживаются. Донбасс, да. Так как там целится, я забыл. Вот так вот целится. Вот так, вот так вот получите. Ну что, выходите в это слово. Хватит, там он еще один раз Airstrike может. Ну вызови еще раз Airstrike, порадуй меня. Давай, давай. По вертолету сначала. Вот жалко, в Call of Duty Ghosts руки не отрываются, как в Black Ops первый. Да? О, ты же мне открыл какую-то achievement. Выходи. Итак, что вы видели только что? Правильно, вы видели самые крутые возможности игровые у Windows 10. Это новая утилита Xbox версии 7.7. Не забудьте ее обновиться до нее. Не забудьте... иметь в руках джойстик от Xbox One. Обзор его тоже есть на канале. И ссылки, аннотации есть на канале. И, собственно говоря, не забудьте иметь Xbox One. А теперь вы в любом месте, с любого девайса сможете что?
Правильно, подключиться, поиграть. Кому будет очень интересно, мы со Святославом Игоревичем, который вон наш бедняга зачихался, можем также сделать обзоры, как это играет на атомовских игрушках. Я думаю, что проблем не будет. Наверное. Тут только скорость канала вайфайного очень важна. Как это играет на таких вот девайсах. Ну и, конечно же, для любителей игры и владельцев Xbox One, такой вот переход на Windows 10 очень и очень будет полезный. Особенно для детей. Представляете, вы сидите дома, за большим экраном, смотрите немецкое документальное видео, а в это время ваш ребенок где-нибудь загнанный на кухню или в свою комнату, или в туалет, сидит с маленьким планшетиком и гоняет в Dying Light. Dying Light на вашем Xbox. Да, или можно следить, чтобы дети не играли в кровавые игры. Да, можно и таким вот образом тоже это делать. Ну что ж, будем прощаться? Да, наверное. А, мы будем прощаться. Пока. Напомню, что это был обзор утилиты Xbox One, Xbox, извиняюсь, на Windows 10 RTM сборки 10240, версия утилиты 7.7. Она теперь поддерживает стриминг. В Xbox One стриминг включается также. Угу. И только джойстик такой или почему такой... Он работает? Кстати, это у тебя надо спросить. Или такой отделяет вас от прикольных игр. Ну, а у кого нет Xbox One, можете купить. Он у тебя под ногой лежал. Да, наверное. Что ж, всем удачи. Всем счастливо. Пока. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, не забывайте писать комментарии, не забывайте заглядывать в описание и в аннотации. Там есть в том числе и обзоры игр на Xbox One, и в том числе тех, которые сделал Святослав Игоревич. Да, и путевые заметки. И путевые заметки со Святославом. Ссылку на группу оставь. О, есть ссылку на группу, у меня есть группа ВКонтакте. Заглядывайте, две группы ВКонтакте, одна по гаджетам и обзорам, вторая по путевым заметкам. А у Святослава Игоревича теперь есть отдельная любимая тема путевых заметок. Он успел в них сняться, особенно в роли пожирателей ребрышек. Есть такое. И особенно в роли экскурсовода по танкам. Он папе показывал правильные модели танков. В роли умирающего, вечно умирающего мальчика. Вечно умирающего мальчика, садящегося на все стулья во всех музеях. Удачи всем, счастливо, пока. С вами был я, Игорь Шеститко, и... Святослав Игоревич. Удачи. Был тут. Был тут, пока.